Всем привет! Меня зовут Анастасия Муратова. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю всего самого наилучшего. Новый год – это хорошее время для того, чтобы подвести итоги, и я решила именно это сделать. Мой лучший жим составляет 55 килограмм на 20 повторений. Его можно посмотреть в блоге «Из жирухи в фитоняшку». Если не смотрели, посмотрите. Ну а сегодня я постараюсь улучшить свой результат. Давай, вот, держи, забери лопаточки. Работаем, давай. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Собери мост. 21, 22, 23, 24, 25. Мост собери, держи. Что можно было еще делать? Все-таки можно было работать еще, продолжать, потому что на соревнованиях я жала этот же вес на 20 повторений. Ну а здесь я сделала на 5 повторений больше, и, собственно, даже этот результат меня удовлетворяет. Почему не стала продолжать? Не хотелось все-таки в отказ делать, пусть даже это контрольная точка. Я понимаю, что, в общем-то, мне нужно еще дальше продолжать тренироваться. Ну, в общем, я довольна.